Момента я верю, что я буду восхищен. Ну, каквото и да се случи. Но что бы ни случилось. Какво ще видим, ако ми падне главата? Что мы увидим, если моя голова упадет? Ще си отида вкъщи и ще видя мой Господ. Я пойду к своему Господу. Вярваш ли в Исус? Ты веришь в Иисуса? Готов ли си да жертваш живота си за Него? Ты готов пожертвовать своей жизнью ради Него? Той жертва Неговия, ти готов ли си? Он пожертвовал своею, а ты готов? Аз съм готов. Я готов. Аз нямам проблем. У меня нет проблем с этим. Да, ще кажеш, ти си възрастен, аз съм млад, искам за служение, да правя да, това, вы скажете, това, това. Да, может, ты старый, я молодой, я хочу жениться и так далее. Не съм стар, живеем и се. Я не старый, мне хочется жить. Аз също искам да си възрастят децата. Я тоже хочу вырастить своих детей. Да видя как се женят. Увидеть, как они поженятся. Нямам внуци още. У меня все еще нет внуков. Счастливый человек, пастор. Аз нямам още. А у меня все еще нету. Но аз имам внуци горе на небето. Но у меня есть внуки там, на небесах. Аз имам деца всъщност, извинявам се. У меня там есть спасенные деца. Спасенные дети на небесах. Имате ли спасенные деца? А у вас есть спасенные дети на небесах? Насърчавам ви днес. Я сегодня вас вдохновляю. Работайте за царството. Работайте на ваше царство. Не ваше, неговото царство. На его царство. Расширявайте Божието царство. Расширяйте границы Божьего царства. За да се изпълни числото на язичниците. Чтобы исполнилось число язычников. И Христос да се върне на земята. И чтобы Христос вернулся на землю. Бог да ви благослови. Пусть Господь вас благословит. Давайте прославим Господа. Присутствие Твое во мне. Хочу я чувствовать.
хочу я знать, что ты со мной. Присутствие твое во мне. Живи во мне, в сердце моем, в мыслях моих. Живи во мне, царствуй в сердце моем. Аллилуйя. Знаете, я думаю, мы сейчас будем молиться за финансы. И нам важно осознать, знаете, что сейчас наступает момент для церкви, да, когда едут миссионеры, да, что нам нужно еще больше финансов. И пусть у нас будет ревность такая, чтобы Бог давал нам финансы. У меня спросила одна сестра, говорит, сколько твой муж получает за лекции в Стамбуле? Я говорю, он ничего не получает. Он ничего не получает. Сколько Эдди получает за миссионерство в Сирию? Он ничего не получает. Поэтому важно, знаете, давайте сейчас верой просто высвободим финансы, чтобы у нас было это желание Божие. Господь, благословляй народ свой, благословляй, Господь, чтобы с дерзновением мы шли, Господь, высвобождай эти финансы. Дай нам, Боже, Господь, иметь желание зарабатывать для того, чтобы мы могли сеять, Боже, Господь, не для того, чтобы мы обустраивали свою жизнь, комфорт, Господь. Действительно, мы уже 30 лет живем, как в армии, да, когда муж проповедовал, мне хотелось сказать, а мы 30 лет так живем, чтобы мы жили, Господь, чтобы мы были армией Твоей, Господь, чтобы мы не думали о благах своих, чтобы мы думали о том, чтобы воля Твоя исполнялась здесь, Боже. Господи, дай нам служить финансами Тебе. Дай нам, Господи, мудрость, как распоряжаться финансами. Дай нам, Господи, грамотность финансовую, чтобы мы слышали Тебя, Господи, куда нам вносить, Господи, финансы, как нам распоряжаться ими. Дай нам навести порядок в своих домах, в своих финансах, в своих приоритетах, чтобы мы могли финансы, Господь, держать в порядке и в Церкви Божией. Благословляем каждое сердце, каждую душу, Господь, каждого человека, Боже, кто приносит Тебе и жертвует на дело Твое на этой земле. Боже, во имя Иисуса Христа молились. Аминь. Аминь. Давайте мы закончим апостольский символ веры, да? У нас обязательно.